Добрый день! Я решила записать первое разговорное видео на моем канале, и оно будет посвящено тому, как я использую остатки от хороших отрезов. Когда основной отрез идет на пальто, но от него остается 30, 20, 40, а иногда и 50 сантиметров, его очень жалко выбрасывать, и я все-таки стараюсь найти этой ткани применение. Итак, сегодня первая история, она посвящена двусторонней пальтовой шерсти. Вот основной отрез 2 метра я купила в группе Ладен и сшила из него в 2000 году летом вот такое пальто. Оно двустороннее, все обработано запаянным швом. И я носила его уже 3 сезона и очень довольна. На пальто ушло 1,5 метра и еще примерно 50 сантиметров ткани у меня осталось. Я долго думала, куда вообще можно использовать. И в итоге сшила вот такую вот манишку. Она сложно сочиненная, с капюшоном. Сейчас я капюшон отстегну и покажу, как все это выглядит на мне. Итак, саму манишку я скроила по мастер-классу Татьяны Трушиной. Сейчас микрофон перецеплю. Эта манишка закрывает грудь и спину. Примерно сантиметров на 50, нет, даже, наверное, на 45. Вот, крепится вот такими вот застежками. Сейчас отойду подальше показать. И она очень теплая, очень удобная. Самое прекрасное, что у нее еще есть капюшон. Он отстегивается. Сейчас буду его очень аккуратненько пристегивать. Так. В принципе, это не очень сложно. Главное попасть. У Татьяны капюшон сам пристегивается на кнопки, но мне не очень хотелось, чтобы кнопки были видны на самой манишке, когда капюшона не будет. Поэтому я сделала вот такую планку, под нее спрятала пластиковую молнию. Конец молнии тоже вот здесь держится с помощью крючка. И в собранном виде выглядит все очень даже современно, по-спортивному, достойно и, главное, тепло. Вот так вот все это в капюшоне выглядит. Вот. Единственный нюанс, что именно вот эту манишку носить с родным пальто очень неудобно, потому что вот там внутри ворс, подкладки нет, здесь тоже ворс, и манишка и пальто очень некомфортно друг на друге лежат. Гораздо удобнее, когда вот она скользит по подкладке, поэтому я ношу ее, эту манишку, с пальто на подкладке. Вот, например, у меня есть красная, вот, и примерно вот так это выглядит. Так, в капюшоне. Вот так, без капюшона. У меня есть небольшое видео процесса пошива этой манишки. Особенно есть, как она выглядела, когда запаянный шов еще не был закрыт. Там такое все разобранное. Я прикреплю это видео сразу же после вот моего выступления, поэтому вы посмотрите. На этом у меня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. В комментариях делитесь, как вы утилизируете остатки ваших шикарных костюмных и пальтовых тканей. До свидания. Здесь еще пришлось совмещать клетку, поэтому не с первого раза получилось. А так детальки достаточно короткие, поэтому придется немножко удлинить. Непонятно чем, потому что вот осталось всего лишь вот столько. Ну и остатки, все как я люблю. Вот 4 лоскуточка более или менее крупных. И вот такая лапша. Это на выброс уже. Вот так выглядит манишка из двусторонней ткани. Тут все швы раскрыты. В итоге будет вот так вот. А потом вот все вот так вот закроется.